Темная и с неприятным запахом вода в трубах Сегежан может представлять опасность. Уровень сероводорода в горячей воде в Сегеже превышен в 65 раз. После взятия проб республиканская комиссия предписала прекратить подачу горячей воды в Сегежу. По информации правительства, водозаборные сооружения в городе Бумажников не имеют оборудования, которое позволяло бы очищать воду от взвеси органических частиц. Поэтому после нагрева воды на сегежском ЦБК жидкость приобретает повышенную цветность и неприятный запах. Подобные проблемы неоднократно возникали в городе Бумажников. На сегодняшний день ЦБК занят профилактикой на своем участке водопровода. Руководство комбината считает, что городские власти, в свою очередь, должны повышать качество очистки воды на водозаборе и следить за состоянием городских сетей, куда подается жидкость после нагрева. После обновления воды в системе ее пробы станут брать ежедневно. В зависимости от результатов анализов будет приниматься решение о подключении потребителей к горячей воде, подача которой на сегодняшний день прекращена.